Всем привет! С вами Настюшка Мыловар, и сегодня мы будем делать мыло в форме вяленой рыбки. Для изготовления этого мыла я использую силиконовые формы. Вот эти две из розового силикона я приобретала у Татьяны Носачевой, а вот эти две из голубого силикона я делала самостоятельно из настоящей вяленой рыбки, поэтому это эксклюзив. Сложность заливки этих форм в том, что иногда мыльная основа вытекает из формы и приходится ее придерживать руками. Для скрепления формы я использую обычные резинки и вот такие самодельные резиночки потолще. Они не врезаются в форму и держат ее лучше. Для изготовления этого мыла я буду использовать прозрачную мыльную основу. Добавлять я буду черный пигмент и разные перламутры. Растопили мыльную основу, хорошенько перемешали, основа должна быть обязательно горячая. Добавляем перламутровый пигмент черный, также нам потребуется коричневый перламутровый пигмент и пищевой кандурин серебро. Добавляем отдушку Cool Fresh и хорошенечко перемешиваем. Заливать мыльную основу необходимо очень горячую, повторяюсь, и из маленького стаканчика. У него более острый носик, и это позволяет не проливать много основы. Сбрызгиваем спиртом, стараемся попасть прямо внутрь формы и аккуратно, потихоньку начинаем заливать. Самые сложные моменты – это хвостик. Хвостик иногда не проливается, и основа застывает по пути к нему. Заливаем основу по очереди в две формы, очень медленно. На видео этот процесс ускорен, но вы можете выбрать для себя оптимальную скорость заливки. Делается это для того, чтобы основа, заливаясь в разрезы, успевала застывать и не выливалась из формы. И вот, обратите внимание, основа начала выливаться из формы. Видимо, я залила ее слишком быстро. Такое бывает достаточно часто, потому что при изготовлении формы я, к сожалению, сделала очень тонкие края. И это самое противное место. Просто прижимаем пальцами и держим пару секунд, чтобы основа успела застыть. А теперь аккуратно достаем наши изделия. Вот такое мыло у нас получается. Как видите, все хорошо пролилось, и мало основы затекло в края формы. Это очень хороший результат.
Теперь нам потребуется обычный нож, и мы будем обрезать излишки мыльной основы. Приступаем к самому интересному – декорирование минеральными пигментами. Для этого нам потребуется пигмент золота, серебро и черный. Высыпаем немного пигмента на крышечку, берем кисточку и начинаем декорировать. Теперь я беру апельсиновую палочку и проделываю отверстие в районе глаза. Далее нам потребуется обычный шпагат. Я нарезала его на кусочки и выдеваю его в отверстие и просто потом завяжу узелком. Для первого варианта упаковки нам потребуется вот такая заготовка. Это фото газеты «Правда», напечатанное на обычной бумаге А4. Все дальнейшие действия показаны очень подробно, поэтому в комментариях не нуждаются. Если у вас возникнут вопросы, вы можете написать мне, и я отвечу. Я очень надеюсь, что все будет понятно.
Вот такие замечательные наборчики у нас получились. Вариантов упаковки на самом деле очень много. Вы можете выбрать для себя подходящий вариант и использовать его. Мне же и моим покупателям нравятся вот такие варианты. А еще я собираю букеты из этих рыбок. Но об этом уже в следующем видео. Если видео было для вас полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!